Новосибирска обратилась с иском в арбитражный суд Новосибирской области и потребовала расторгнуть договор аренды земельного участка с компанией «Пилот». В этой локации Первомайского сквера располагается ресторан быстрого питания «Карлс Джуниор». Скорее всего, судебная тяжба затянется на долгие месяцы, поэтому ждать того, что ресторан быстрого питания снесут быстро, не приходится. Кстати, уже имея на руках вступившее в законную силу решение суда по другому самострою в Первомайском сквере, городские власти пока не добились результата. В этом здании располагаются парк-кафе и кафе «Перчини». Осенью 2016 года в Новосибирске открылся ресторан быстрого питания популярной сети «Карлс Джуниор». Причем заведение расположилось в самом центре города, в Первомайском сквере. Спустя 6,5 лет работы над точкой общепита начали сгущаться тучи, поскольку мэрия обратилась с иском в суд о прекращении договора аренды земельного участка и сносе павильона, где сейчас новосибирцев кормят фастфудом за деньги. Что интересно, поводом послужили нарушения антимонопольного законодательства, допущенные самим истцом при сдаче в аренду наделов на территории сквера коммерсантам под размещение кафе и ресторанов. Если сдается земельный участок именно под предприятие общественного питания, это должно в обязательном порядке проходить через аукцион. Аукцион не был проведен, поэтому УФАС провел проверку и вынес предостережение, они это назвали, в котором мэрию попытался понудить расторгнуть договоры аренды и выставить эти объекты на аукцион. Стоит отметить, что антимонопольное управление выявило незаконное размещение нестационарных объектов в сквере еще летом 2019 года. Однако городские власти отказались устранять нарушения. Тогда, вслед за предупреждением, в адрес мэрии со стороны УФАС уже поступило предписание расторгнуть договоры аренды с тремя фирмами, в числе которых оказалась и компания «Пилот», владеющая стекляшкой, в которой сейчас базируется единственный в Новосибирске «Карлс Джуниор». Мэрия тогда оказалась в весьма непростом положении, поскольку владельцы объекта в добровольном порядке разрывать узы договорных отношений, разумеется, не захотели. С другой стороны, антимонопольный орган требовал соблюдения правил конкурентной игры. Нарушение выразилось в неправомерном заключении договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов, что создает преимущественные условия деятельности соответствующим хозяйствующим субъектам. Так что в данном случае обойтись без демонтажа построек было уже нельзя. Провести аукцион нельзя до тех пор, пока вот эта часть земельного участка не освобождена от предыдущего объекта. Возможно, и выиграет тот, кто владелец этого объекта, потому что куда ему деваться, да, ему надо выигрывать, чтобы оставить его. Но закон не позволяет. В 2020-м мэрия попыталась обжаловать предписание УФАС в суде, но проиграла тяжбу в трех инстанциях. После этого оставалось только судиться с владельцами бизнеса, чтобы они освободили территорию сквера. К слову, ООО «Пилот», которая арендует участок в Первомайском сквере с 2017 года, стала третьим по счету ответчиком. Его предшественники процессы проиграли, и решения по демонтажу их объектов уже вынесены и даже вступили в законную силу. Чтобы узнать, как отнеслись в «Пилоте» к иску мэрии, мы отправились в офис компании. Люди, которых мы там застали за работой, уверяли, что не имеют к данному юрлицу никакого отношения. При этом они почему-то путались в показаниях. Пилот. Наш визави заметно нервничал, а на просьбу помочь с контактами пилота внезапно начал хамить. А я откуда знаю, как можно быть? Выход, вот он здесь, выход, вы вышли отсюда, и все, до свидания. Впрочем, мнение коммерсантов в данном случае вторично. Исходя из судебной практики, шансы выиграть процесс в арбитражном суде стремятся к нулю. После чего дальнейшие действия проигравшей стороны предсказать нетрудно. Наверняка она будет всячески оттягивать неприятный для себя момент сноса стекляшки. Я думаю, что полгода минимум такой процесс будет идти. И сколько будет сносить служба судебных приставов? Естественно, само юрлицо ничего сносить не будет. Они будут говорить, у нас нет денег, мы не можем его исполнить. Сколько еще будут деньги искать?
служба судебных приставов, сколько она будет, там же, ну, сумма определенная, сносить много чего надо, и вот на какие объекты их потратить, ну, рано или поздно, конечно, снесут. Стоит напомнить, что решение о сносе расположенного в том же Первомайском сквере скандально известного павильона с заведениями парк-кафе и перчини уже полтора года как вступило в законную силу. Но ВОС, как говорится, там и поныне. Причем это здание является самым настоящим самостроем. Освободить от незаконного сооружения территорию сквера не могут ни приставы, ни мэрия, поскольку на это нет средств. И все же, рано или поздно, приговоренные к сносу объекты исчезают с улиц Новосибирска. Ушло в историю кафе «Сказка» в Первомайском сквере, которое подрядчик разобрал за считанные часы. Нет больше в парке Кирова и двух самовольно возведенных аквариумов, в которых также размещались точки общепита.